Тема урока у 8 А-класса сегодня – большие данные. Этому не учат в школе, точнее, по школьной программе. Да и педагогов сразу двое. В реальности свой наставник по информатике, на экране – сотрудник одной из крупнейших социальных сетей. Проект поддержали ведущие российские IT-компании, ведь за партами, возможно, их будущие сотрудники. Его цель – развитие цифровых знаний и навыков по направлению кадры и образования в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». Это большая федеральная программа, которая предназначена для наших детей, для их профориентации, для объяснения, для вовлечения в цифровую экономику. Действительно, именно на них, да, будут эффективно эксплуатироваться те сервисы, которые сегодня проектируются и создаются государственными коммерческими структурами. От того, насколько эффективно, правильно и безопасно наши дети будут использовать эти возможности, зависит их комфортное будущее. Век у нас такой, что все очень быстро меняется. То, что вчера было мечтой, сегодня уже реальность. И, конечно, школьная программа не может все это охватить, да, ну, нельзя, так сказать, объять необъятное. Поэтому такие уроки, да, которые посвящены вот именно современному, развивающемуся, быстро развивающему миру, они нужны, конечно, школьникам. Денис Троегубов выбрал для себя физико-математическое направление, плюс уже сейчас увлекается программированием. На уроке цифры получил в числе прочего информацию о том, какие новые профессии есть в этой сфере, и усвоил: применение у тех, кто на «ты» с компьютером, самое широкое. Я хочу заниматься программированием, потому что я хочу сделать свою игру, и программировать можно не только игры, но еще и сайты, и роботов. Уроки цифры разработаны федеральными экспертами, проводятся в интересной игровой форме и рассчитаны на школьников трех возрастных групп – младших, средних и старших классов. Для педагогов и ребят с 1 по 11 класс разработаны очень интересные методические материалы. Предлагаются ребятам тренажеры с практикоориентированной стороны. Мы рассматриваем все проблемы, задачи, связанные вообще с жизнью общества в эпоху цифры. Этой осенью по стране число участников проекта уже достигло 14 миллионов. Самара в числе первопроходцев. К уроку цифры в регионе присоединились 648 школ. Расписание уроков по проекту на конец этого и начало следующего учебного года уже составлено. Школьникам предстоят занятия по темам: сети и облачные технологии, персональные помощники, безопасность будущего, искусственный интеллект и машинное обучение. Светлана Стрибкова, Михаил Смирнов. Новости губернии.